Всем привет, будем продолжать Silent Hill. Я так понял, я короче посмотрел на своем воде прошлом, где я затупил, там где я открыл эту комнату дурацкую. Не знаю, до нее можно сейчас дойти отсюда, я правда забыл уже где она. Блин, что-то громковато у меня в ушах. Здесь она что ли? Секундочку, вспомню, где эта комната. Или она на втором этаже? Там просто надо было взаимодействовать со шкафом. Это вообще бред, как я мог быть таким слепым? Так, блин, тут шкаф с платьями. Тот шкаф на втором этаже вроде как был. Так, а туда сейчас я никак не дойду. Детский рисунок. Что у меня по лекарствам? Лекарств ноль. Потратил все лекарства. Я на два удара, получается, остался. Овощ. Надо их доджить. Вообще надо их игнорировать было. Я что-то со всеми дерусь. Это я зря. Так, ладно. Сейчас поднимемся на второй этаж. Попробуем там отодвинуть шкаф. А что у меня по патронам? 10, 8, 18 патронов. Так, вроде вот это, да? Вот, взаимодействие было. Я просто бегал там кругами. Тише, тише. Справа виднеются крыши домов. Влево уходит цепочка следов. Нашел ли путник дом? Скажите, кто знает. Или путь справа в ад, где память его обжигает? Величайшие мысли. А тут проход еще имеется куда-то? Окей, я думаю, цифры на стене есть, да? Окей, подсвечено 11. И все, 11. Но я больше не увидел. 11 прям четко подсвечено. Вот видите. Справа виднеются крыши домов, влево уходит цепочка следов. Или путь справа в ад, где память его обжигает. Справа виднеются крыши домов. Справа виднеются крыши домов. Фу. Ого, о, крыша домов, да? Что я тут вижу, S или 5? А, 7. 7, 9, 5, ого. Семь, девять.
Ого, 7-9. Ну это ж крыша домов. 7-9. Влево уходит цепочка следов. Найдет ли, нашел ли путник дом? Скажите, кто знает, или путь справа в ад, где память обжигает. Окей, куда записать? Значит, 11 в конце, это ад или нет? Справа виднеются крыши домов. Справа виднеются крыши домов, влево уходит цепочка следов. Но справа отсюда виднеются крыши домов. Или нет? Я только увидел одну крышу дома того. А, типа те, что реальные, они не подсвечены, да? 7, 11. Мы сейчас методом тыка. 7, 11. 7, 11. В ад? Может, тут... Всем 11, я больше не знаю, короче. Всем 11. 9, 7, 11. 9. 7. 11. А как? Семь. Девять. 11. Справа виднеются крыши домов. Так я вообще слепой, я не вижу крыш домов, где они виднеются. Справа виднеются крыши домов. Просто слишком много цифр. Вот 9 какого-то черта. Вот это крыша дома. Да. Стояк-то поменять надо, ребята. Окей, ну я точно знаю. Вот это 7. Нашел ли дом? Нашел. Вот смотрите. Нашел ли путник дом? Скажите, кто знает, или путь справа в ад, где память его обживает. Дом нашел или... Право в ад. Ад же внизу в теории. А что если право это лево в этой игре? Как вам? Чё? О, крыши домов. Я нашел крыши домов. Крыши домов 13. Крыши домов 13. Влево уходит цепочка следов. Влево уходит цепочка следов. Тут следы есть. 13. 13, 11. 13, 11, 7. Ад я не вижу. Ада. Где память?
или путь справа в ад, где память его обжигает. Путь справа в ад от этого дома. Цепочка следов, подожди. А что если тут просто 13, 11, 7? 13, 1, ага, 13, 7, 13, 9, окей. Надо опять такое место, которое загорится. Ну, 11 очень загорается. Тринадцать первая. Точно, это 100%. Так, 13 первая. В ад. Давайте внимательно на пол. Семь видим, это 9 или закорлючка просто. Тринадцать, 11, 7, 9. 13, 11 неправильно. 13, 7 неправильно. Так я сейчас... Тринадцать... Где ж этот ад? Справа виднеются крыши домов, это 13. Влево уходит цепочка следов. Нашел ли спутник дом, скажите, кто знает, или путь справа в ад, где память его обжигает? Ну вот дом 7, 13 увидел. Влево уходит цепочка следов. Если мы идем влево по этой логике, мы приходим к 11. Да? Но 11 неправильно, оно не засчитывает. Бред. Короче, весь вот будет загадка. Так. Больше ничего такого не загорается. 7 вижу. А что если влево, это вправо у них? Я не удивлюсь. А в ад это куда? Где тут ад? Это унитаз с дерьмом? Блин, бред какой-то реально. Очень тяжело. Нашел ли путник дом, кто знает? Или справа в аду кто-то там обитает? В каком аду? Где право? Ну что, методом тыка давайте. 13-0. Тринадцать, ноль, тринадцать, пятнадцать, тринадцать, шестнадцать, тринадцать, семнадцать, тринадцать, восемнадцать, тринадцать, девятнадцать, тринадцать, двенадцать, тринадцать, одиннадцать, неправильно. 13-10, 13-8, 13-7, 13-6, 13-5, 13-4,
13, 3, 13, 2, 13, 1, 13, 0. Это пытки какие-то. Я все цифры проверил. Все цифры. Что за бред вообще? Полностью все цифры проверил. Влево уходит цепочка следов. Так как такое может быть? Я все цифры проверил. Это прям невозможная тема. Это прям бред. Полностью все цифры проверил. Так. Паузим. Йоу. Я походу понял. Смотрите. Я нашел 13, 11 и 7. Что тут написано? Крыша домов. Влево уходит цепочка следов. Нашел ли спутник дом, кто знает, или путь справа, где память его обжигает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. А, подождите, может мне нажимать ничего не надо даже, подожди. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нет! Сейчас опять давайте. Справа виднеются крыши домов. Крыши домов 13. Справа, сразу вправо на 13. Влево уходит цепочка следов. Нашел ли... Путник дом, скажите, кто знает, или путь справа в ад, где память его обжигает. Но все правильно. Справа виднеется крыша домов, влево вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ой, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Потом влево семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По какой причине? И вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну как это сделать-то, а? Продолжаем. 13, 7, 11.
Боже, я сократил вам миллион времени. Класс, монетка. Класс, ключик. Это просто долбанный сейф, душнина. Я-то знал цифры. И вы видели, что я знал цифры? Я не знал, как их ввести правильно. Это ж духота неимоверная. Капец, блин. О, началось. Так, что у нас тут было? Ну, слышу этого таракашку. Раз, два, еще. О, ключ от лестницы. Это лестница на третий этаж. Тихо, еще где-то, да? Что-то живое еще есть. Так, лечебный напиток. Блин, мне бы сейчас уколоться. Ну, шприц хотя бы найти. Я могу дальше пойти? Куда я выйду? Ладно, я балкон не проверил. Сейчас проверим. Там же можно открыть? Где-то есть тварь. А, это переход, все. Окей. У, ты что, душнина с сейфом? Там просто даже нажимать ничего не надо было. А я... Какого черта? Подождите, я тут был? Не буду тратить время на это животное. Ни хп нет. А, стоп, я, наверное, не могу вернуться, да, сюда? Ну да, я ж балкон открыл. Туплю. Мне этот сейф, короче, мозги сломал, ребят. Ты шо, флексишь? Нога штаны. Нога штаны чисто флексят. Так, насколько я помню, вот... Нет, это комната с дурацким, да-да. С дурацким сейфом. Закрыто. И тут закрыто. Ты чё так стонешь, бро? Физкультура. Во. Так. Наконец-то нашли. Замок магическим способом испарился. О, можно сохраниться. Блин, как удалить все сохранения вот левые? Надо было на одно сохраняться и не париться. Я могу вниз сходить? А куда это я? Патроны. Стоп, а я снизу не был. А, все, я открыл это крыло. Вы слышите? Кто-то рыгает. Так, ну патроны тут не просто так, мы что-то понимаем. Здравствуйте. Кто тут проживает?
Who's there? It wasn't me. I didn't do it. Пухляш, ты чё? I didn't do it, I swear. Hey, are you okay? I didn't do anything. He was like that when I got here. Я ему не верю. Oh, you mean the man back there in the kitchen? I didn't do it. I swear I didn't kill him. А кто убил? It's all right. I'm not saying that you did. Конечно, не ты. My name is James. Да, да. James Sunderland. Eddie. Eddie. Okay. Eddie. So, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. Well, they came at me. А, не знаю. I didn't know what to do, so I ran. Не верю ему. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy, deep breaths. Look, this place, it's not safe. These things, this whole town, there's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet. I need to find someone. Oh. Ну, Эдди, будешь уходить? Эдди. Be careful. А, так он реально нормальный? Он сейчас не превратится и в спину мне не ударит чем-то. Да не закрывайся, залутаем его. А, это выход в новую локацию, но я, сори, еще третий этаж не залутал, ребятки. Так что, сори. Слишком рано пошел. Эдди? Эдди, are you gonna be okay? Ты же справишься? Yeah. Да, постараюсь. Ну, труп и труп. Ну, что рыгать? Ну, лежит себе, чувак. Отдыхает. А все? Тут только так и выход в окно? Понял. Понятно. Пошлите проверим третий этаж. Мне не нравится мое красное. Вы поняли. Или выпить сироп, но тогда я вообще без сиропа буду. И быть очень аккуратным в файте. После двух ударов я опять стану таким же. Давайте сохранимся после разговора с Эдди. Закрыто. Закрыто. У меня реагирует. А он. Блин, ну там штанина. Она ушла? Штанина! Не прячься! Я видел тебя! Я тоже могу уворачиваться, подружка. А такого? А такого? А такого? А такого? Тварь. Витя, надо грамотно доджить и не тратить ликерчики. Оп. Лечебный напиток. Вот этого я не ожидал. Вот этого я не ожидал. Блин, потратил лечебный напиток и снова мне она лицо набила. Ну ёб твою. О! А, это та же.
Это кошмар. Еще? Зря ты спрятал, у меня ж реагировало на что-то. Сидеть. Штанины легко контрятся, но устреляешь, они присаживаются. О, шприц есть, да? А нет, патроны. Шприца больше не будет, да? Так, письмецо. Я знаю, что тут что-то есть. Знаю, чувствую, снаружи не видно, но эти иллюзии, оно внутри пульсирует, хочет выбраться. Оно хочет выбраться наружу. Может, мне надо забраться внутрь? Я докопаюсь до него, вытащу на поверхность, буду снимать слой за слоем, пока не увижу. Я знаю, оно там. Окей, все понятно. Блин, я не посмотрел, что там дальше. Боюсь, знаете, пройти слишком далеко. Ладно. Так, много штаны любят кемперить по углам. Вот, я же говорю об этом. Тварь. Вот я об этом как раз таки и говорил. Ну это жесть какая-то. На колени передо мной. Тварь. Просто по всем углам. Ну сволочи же. А, так у меня опять реагирует. Подождите, что? Она меня ударила? Она меня ударила. Просто надоело с этой кровью ходить уже, если честно. Почему такая жесткая реакция? На что? В соседней комнате оно? Да. Ну и за каким углом ты прячешься? Патрончики. Да ж по углам любит сидеть крыса. Оно сейчас либо справа, либо слева. Тут нет. Ну ладно, давай. Нет, тут нету, значит, за другим углом. Двигается, нет, сервант. Вот тут оно! Штанишки долбаные. Тупо кемпер. Да не моп, а кемпер. Я ошибался. Нет, не ошибался, но был не совсем прав. Надо снять еще слой, дойти до крови. Чел, чем ты тут занимаешься? Слои снимаешь, до крови доходишь. О, сиропчик. Можно сипануть. Да, наверное, сипану прямо сейчас. Все, наконец-то я хожу без крови по бокам. Кстати, можно ее отключить просто и не париться. О, шприц. Вот это я прям сейчас хорошо все стало. Блин, я не залутал в начале. Ладно, погнали. Что это? Сок в банках. Я взял? Я его пить могу или что? В чем логика? А. Протолкнуть мусорник, чтобы взять ту монету одну. Блин, тут
неужели вот тут нога, рука, нога, штанина? Давай откроем. Вылазь. Вот кто тут сидит? Вылазь. Так, я ничего не забыл. Это я пришел на начало, да? Только вот прямо я не ходил еще. А тут ничего? А, патрончики. Просто патроны и все. Окей, все, весь этот движ был за монету. У меня есть две монеты. Вот сейчас можно пересохраниться с удовольствием просто. Вообще шикарно, я считаю. Это шикарное сохранение. Сейчас мы выйдем на уличку. Монетку заберу только. Блин, это та монетка со второго этажа. Как так? Подождите. Вот отсюда? Да, она отсюда, все. Все, все, все. Я чисто убедиться. Отвянь, помойка. Все, сохраняемся. С подобранной монеткой. Идем, выпрыгиваем в окно в бассейн. Что там в бассейне? Там же еще какая-то головоломка была, если вы помните, с какими-то шариками такими. Ой, куда тут идти? Подождите. Запутался. Вроде сюда, до упора. И в окно. Так, оценим обстановку. Один там. А, двое в басике. Трое в басике. Четверо. Ладно, давайте с этим. Вот опять, зачем я ввязался в эту драку? Открывай, друг. Да не, оно прям тяжелое, кусок дерьма, блин. Надо их игнорировать, это бред полный, с ними драться. Шизофрения полная, я считаю. Там, небось, что-то важное внутри коляски, да?
Ворота открыты, другое время просим обращаться на стойку регистрации. Что там, ключ будет? Это бессмысленно вообще было с ними драться изначально. Мне интересно, там есть что-то? Если я спрыгну, смогу ли я залезть? Да, тут есть что-то. Да бери, бери. До свидания. Так, а где... Ты чё двигайся? А где я видел... Парк Розутер. На стойку регистрации. Ну и чё? А. Три звонких монеты, а отверстий 5. Под деревом дева легла отдыхать. За девою ветер гуляет свободно, цветочек один растет беззаботно. И муж благородный явился тот час, в лунном рассвете сверкало золото глаз. Три звонких монеты, отверстий 5. Под деревом дева легла отдыхать. Дева легла отдыхать. Монета девушка. Дальше. За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. За деревом. И муж благодатно явился в тот час. В лунном свете... Сверкало золото глаз. Ну куда он явился-то? А, монета змея. Легла отдыхать. За девою ветер гуляет свободно. Цветочек один растет беззаботно. И муж благородный явился тот час. В лунном свете сверкало золото глаз. Муж? Ну а тут змея? Три звонких монеты, отверстий 5. Ну понятно, три звонких монеты я собрал. Ну, нелогично опять. За девою ветер гуляет свободно, цветочек один растет беззаботно. И муж... А змея вообще тут нету про змею. Вообще просто ни слова. Ни одного словечка, ни словечечка, ни словулечка. Под деревом дева легла отдыхать. Под деревом дева легла отдыхать. За девою ветер гуляет свободно, цветочка. И муж благородный явился в тот час. И с муж в конце. Так. В лунном свете сверкало золото глаз. Дева легла отдыхать. За деву ветер гуляет свободно, цветочек один растет беззаботно, и муж благородный явился тот час в лунном свете. Под деревом дева легла отдыхать. За деву ветер гуляет свободно. В
Золото глаз. Он точно вот тут. А чё змея вообще никуда не подходит? Может, её вообще не надо? Что? Муж ближе подходит, клинок обнажив, под серою сталью лицо свое скрыв. Мужа, боясь, прочь дева бежит, все ближе и ближе цветочек дрожит. Меч обнажив, муж ближе подходит, клинок обнажив, лицо свое скрыв. Понятно, мужа, боясь, прочь дева бежит, дева так и осталась сюда. В лепестках тех таился змей ядовит. Вместо девы теперь лишь надгробие стоит. Муж тоскует могилу, оставить не смея, не сумел уязвить он проклятого змея. Понятно. Тут змей, тут могила, тут муж, который перевернулся. Так. Змей, что клыки... Тело девы вонзил, дева или муж, что змею не убил. Трудно придется тебе, но реши, кто виновен из них, на того и укажи. Змей, что клыки в тело девы вонзил. Дева или муж, что змею не убил. Ну, кто виноват? Ну, смотрите, женщина виновата, она что-то убегает от мужа. Шизанутая, я прибежала в ловушку к змею. Ну кто виноват? Вот, указываю. А, тут надо прям как-то по-особенному указать. А. Очевидно, я прав, женщина была не права. Во всем виноваты женщины. Ну классика. Смысл бежать к змею? Короче, чтоб тебя съела змея. Так, 201, это та квартира в самом начале, в самом конце второго этажа, я помню. В самом начале, в смысле, когда мы зашли в этот отельчик. 201. Я опять красный, но шприц я не хочу на это тратить. Приветствую. Тут девочка какая-то или женщина плачет, сидит. Слышь, а тут прям жилая хата, ну нормально. Правда, унитаз давно не чистили, раковина засранная, счет с зеркалом не так. Сколько раз мне эта тварь ударила? Мне надо пить. Вот эта дверь не выглядит так, как будто я хочу в нее войти. Я лучше посмотрю, полутаюсь. Нет, катсцена. Ладно. А, это хата моей жены, возможно, да? То, что он ищет. Или это ее тряпки какие-то? Ёб твою мать. Фух. Его можно убить? Давайте посражаемся с ним. Братанчик, это не лучшее место, чтобы прятаться. Я так понял, в голову ему стрелять бесполезно. Он какой-то дерганый немножечко. Почувствовал, что я здесь? Thank you.
Это же бессмысленно в голову. Не трать патроны мои. Он понял, что этот чел вообще не серьезный. Просто смешной. Да, вот это забирай, нога штаны с собой туда. Блин, потратил только 2-3 патрона. Никуда. В никуда. Я так и не дочитал. Тряпочку забрать, окей, тут тряпочка была. Да уж. Туда? Чё у меня по хилу? Бульк? Ну, пойдем. Мы идем туда? Шли назад, куда-то погуляем лучше, чел. Вы готовы сюда идти? Я нет. Сохранение бы, пожалуйста. Полный шиз какой-то непробиваемый. Но я помню его еще по тем Silent Hill'ам. Ну, в очень древности. Что чел ходит с таким этим металлическим набалдажником на башке. Но он хочет идти за ним. Что-то ему доказать, что он не прав был. Я вообще с ним солидарен. Пусть эти нога штаны ломает почаще. Тут уже другой уровень отеля. Вообще другой абсолютно. Серьезнее, я бы сказал. Найдено патроны от пистолета. Блин, я своей вебкой закрываю вам. Я только сейчас увидел. Печально. Третий этаж. Жилой комплекс Blue Creek. Первый этаж. Второй этаж. Да я понял, хватит. Я надеюсь, это не новый моб? Кто там так страдает? Крякает. Здорово. Это ты? Тошнит? Я, наверное, буду тратить патроны. Потратил. На колени. А теперь... Лови! Класс, вот вам и новый моб. Откуда я знал, что он взорвется? Ну вот откуда я могу это знать? Бред. Вот опять ходить с этой краснотой. Короче, она меня напрягает, сейчас мы ее выключим. Игра, наверное. Все, выключить. Просто будем видеть, что ему плохо. Сломать стену? На! Так, тут закрыто, да? Все, мы знаем, что мне плохо. Дожить бы до сохранения, слышите? Патроны есть, значит, экономить не нужно.
Мерзкая взрывающаяся тварь. Тварь просто. Позорная тварь. Ну как? Я умер? Я первый раз в жизни умер. Ого. Не, ну, одна отвлекает, а вторая кемперит. Вот это кемперские штаны мне надоели уже. Я погибли. Ну, хоть отсюда. Ладно, ребят, продолжим в следующей части, потому что я погибли. Это тяжело. Подписывайтесь. Пока.